принимают участие в чемпионате Европы. И мы сейчас увидим в их исполнении обязательный танец «Танго-романтика». Слово сейчас за арбитрами, и очень интересно в ожидании оценок чемпионов мира. Был непростой, конечно, сезон для них, этот сезон, и 3 недели назад они выиграли в Петербурге чемпионат России, но, по общему мнению, не вполне убедительно выглядели чемпионы мира, да и сами они считают, что такое катание, как они продемонстрировали в Санкт-Петербурге, его явно недостаточно для того, чтобы бороться за золото Ванкувера. Поэтому надо прибавлять вот в эти оставшиеся, уже даже не месяцы, оставшиеся дни. И, конечно, очень важным для них является вот это выступление на чемпионате Европы, где они показывают, вот Наталья Леничук сейчас на ваших экранах, тренер фигуристов. Очень важно было показать арбитрам свои программы. Ну, конечно, в первую очередь речь идет об оригинальном и произвольном танце. Вот эти их танцы вызвали определенные споры. Как они их показали на чемпионате России в Петербурге, в Санкт-Петербурге. Но, тем не менее, и результат обязательного танца тоже очень важен, поскольку та оценка, которую сейчас получат наши фигуристы, а в их активе есть очень высокий результат, самый высокий среди всех, кто выступает здесь на чемпионате Европы, у них результат больше 40 баллов, 40,77 балла. Личное достижение в обязательном танце. Ждем оценок чемпионов мира. Опять же повторю, что все решится, конечно, 42,78. Вот это да, блестящие оценки.
заслуженные оценки нашего дуэта. Так сдержанно они радуются, но тем не менее это выдающийся, великолепный результат. Они лидеры.